Я без памяти влюбилась в своего преподавателя, когда училась в вузе. В моей голове тут же мелькнула мысль увести его из семьи. Мне удалось привлечь к себе его внимание и даже стать его возлюбленной. Но роль любовницы быстро перестала меня устраивать, и я хотела стать женой этого мужчины. Когда я окончательно уверилась в том, что женские чары не срабатывают, я решила обратиться к мистике. Пошла к местной бабке, чтобы сделать приворот. После обряда я была уверена, что Виталий вскоре ко мне прибежит. Так и случилось. Он буквально через неделю ушел из семьи. Мы сняли квартиру и начали жить вместе. И вот тут начались проблемы. Сначала меня напугала нехватка денег. Ведь Виталий оставил все, что у него было жене и сыну. Да и выяснилось, что машина, квартира, деньги, которые он тратил на ухаживание за мной, все это заслуга супруги. Она из обеспеченной семьи, к тому же сама прилично зарабатывает. А на скромную зарплату преподавателя вуза, оказывается, не разгуляешься. Пришлось мне обеспечивать нашу пару самой. Однако я больше переживала не из-за финансовых трудностей, а из-за того, каким стал мой возлюбленный. Он приходил с работы и сразу же укладывался спать. От того энергичного мужчины, которого я знала, и следа не осталось. Вскоре он и на работу ходить не захотел. Однажды пришел домой и сообщил, что уволился. Сидел целыми днями возле телевизора, жаловался на усталость и апатию. Стала я искать информацию о последствиях приворота в интернете и выяснил, что чаще всего в парах, притянутых друг к другу магией, счастья нет. И усталость привороженного, и апатия, потеря интереса к жизни – все это из-за приворота. Любимый вроде бы и рядом, но все равно где-то в своих мыслях. И почему я не прочитала об этом раньше? К тому же только теперь я поняла, что разрушила семью, оставила ребенка без отца. Я поспешила к той женщине, которая делала приворот, и попросила его снять. Она провела обряд, но предупредила. Цена не только твои деньги, но и твое несчастье в личной жизни в течение ближайшего времени. Я согласна, только снимите приворот. В тот же день Виталий без всяких объяснений исчез из квартиры. А я решила, что больше никогда не стану использовать магию, чтобы добиться любви. Уж лучше быть одной, чем так мучиться. А год, в который мне напророчили несчастье в любви, я решила вовсе отказаться от отношений. Попробую заняться работой и спортом. А там как будет.